хорошие детские площадки. И зелени много. Даже волейбольная площадка есть, только сетка не очень. Так вот выглядит внутри общежития для государственных служащих. Очень длинное здание, оно делится на блоки, у каждого блока свой вход. Это я в блоке А. Балконов у них нет, поэтому сушат вещи вот так вот. Есть лифты. Внизу сидит вахтер. Лифты, кстати, по карточкам платные, кажется. Кухня. Ну, туалет и ванна у каждой комнаты, кажется, отдельно. Ну, туалет. Насчет ванны я не знаю. Здесь выход на общий балкончик. И тоже вот люди вещи сушат, стирают.
чьи-то дети.